З нами на відеозв'язку є активний миколаївець Микола Бабич. Він спонукає вас долучитися до прибирання, яке відбудеться вже зовсім скоро. Доброго вам ранку! Я зараз нахожусь на Аляуському полусервері. Покажете нам зараз, так? Вот, я нахожусь сейчас на острове и хочу сказать о том, что здесь, именно вот в прибрежной зоне береговой территории этого полуострова, 20 числа магазин «Флагман» объединяет всех рыбаков и не только, всех желающих активистов, всех, кому не все равно о береговой зоне наших берегов на акцию «Чистий берег». О котрій годині будете збирати бажаючих прибрати? Ми будемо збирати всіх на 10.00 20 апреля. Стартує акція. Кого чекаєте, можливо, яку вікову категорію? Чи будуть брати участь у подібних заходах діти, можливо? Бо я знаю, що у вас є донечка, і вона є активною учасницею різноманітних акцій, так само і садить разом з вами дерева, і прибирає. Да, Лен, я как бы могу сказать о том, что, конечно, в первую очередь мы желаем видеть здесь рыбаков, которые непосредственно относятся к этому берегу, который здесь рыбачат, ну и которые приезжают сюда отдыхать, проезжают мимо, которым неравнодушно. Также можно, в принципе, взять с собой детей для того, чтобы собственным примером показать, что может, можно, сейчас отключу клуб, это я еще покажу, что может быть на берегу, если оставлять это без присмотра, без внимания. Вот такие вот места прекрасные нашего города, которые находятся на берегу наших рек, они вот так вот загажены, и вот с этим мы, сталкиваемся. Це точно вже вітром не принесло, це точно вже люди, вже самі люди так накидали. Ну, это наша одна из проблем, которая есть в нашем городе. И вот есть еще момент собраться всем рыбакам и решить эту проблему. И самое главное просто не то, чтобы убрать мусор, а то, чтобы была возможность сохранить потом эту работу, чтобы не зря это делать. То есть присмотреть за этим и поддерживать в порядке, так сказать. Дякую вам, що ви вийшли з нами на цей відеозв'язок, тому що знаю, що погода сьогодні явно цьому не сприяє. Дякую вам і переконана, що багатьох зацікавила ця акція, обов'язково долучиться. І нехай приводьте дітей, тому що їм потрібно з маличку прищеплювати цю любов до рідної землі, взагалі до краси і вчити їх, звичайно ж, скажімо так, берегти нашу природу.